Спеть на всю республику. В честь своего 5-го дня рождения Таван-радио предоставило такую возможность своим слушателям. Полгода назад на волнах 103 FM дали старт первой музыкальной премии «Таван-Юра». И понеслось. Десятки певцов известных и только начинающих. 11 номинаций, 10 из них для профессионалов. Певец и певица года, шлягер, дуэт, радиохит. Победит тот, за кого проголосует больше радиослушателей. Подробнее познакомиться с номинантами можно на сайте tavanradio.ru и в группе ВКонтакте. Самая необычная номинация – «Щенний яд», новое имя. Она единственная, участники которой не профессионалы, неизвестные артисты. Просто люди, которые хотят и умеют петь. То мы им тоже предоставили такую возможность показать себя, потому что самородков очень много, правда, в Чувашской республике. Но раскрыться им негде. Участники на протяжении нескольких месяцев присылали свои песни на любимое радио. Больше 100 песен. Строгое профессиональное жюри выбрало из них 5 лучших. Кто-то без образования поет и за душу берет. Хочется плакать, хочется смеяться. Про маму там поют, про еще что-то там. Вот таких мы выделили. Но даже несмотря на то, технику пения, как они владеют, мы не смотрели на это. Кто с душой поет, видимо, вот это именно истинное такое, вот такое пение, душевное пение, доходит и без техники пения. Эти песни вы еще не раз услышите в эфире Таван-радио и в группе ВКонтакте. Их исполнители станут гостями программ. Отдать голос за победителя можно на сайте tavanradio.ru. 16 декабря в ДК «Тракторостроителей» приглашаются все финалисты. А победитель споет на большой сцене вместе с известными чувашскими исполнителями. Там же подведут итоги по всем номинациям. Воскресенье, замечательный день, в 17 часов. Мы ждем всех на первую музыкальную премию «Таван-Юра». Это будет очень большой, красивый, мощный концерт, потому что там будут лучшие исполнители, лучшие коллективы. В общем, все сливки собираются 16 декабря в ДК «Тракторостроителей». Кстати, билеты можно приобрести в кассе ДК «Тракторостроителей» и выиграть в эфире «Таван-радио». Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.